надо писать пятерку к уже имеющимся. Да, абсолютно верно. Можно немножко схитрить. Сделать так. Начать с того, что ко всем вот этим вот уже имеющимся последовательностям приписать число 5. Это действительно некоторая экономия. Ребята, более того, я сэкономлю место на доске. Я прямо сюда пишу. Это чуть-чуть меняет на самом деле принцип лексикографический, потому что у меня в результате будет вот с пятеркой, да? Но с другой стороны, ради лени... Ну и числа надо еще умножить на 5. Молодец. И надо еще не забыть все эти числа умножить на 5. Почему? А потому что эту пятерку можно поставить на любое из 5 мест. На 5 умножать одно удовольствие. Значит, на 60. Ребят, мы, заметьте, третью часть работы сделали, ну вот буквально, да? 20, 60, 30, опять 60. Между прочим, это большие числа, так что все не так уж и страшно, да? 12 на 5, это 6, 20. Мы уже помним, чему равнялась сумма. Чему равнялась сумма? 125. Чему равняется 125 умножить на 5? 625. Между прочим, почти половину из того, что нам нужно, мы уже перечислили. Всего нам нужно набрать 1296, а мы уже набрали 625. Дальше нас будут интересовать последовательности, которые кончаются на сколько? На 2 пятерки. На 2 или более чем на 2 пятерки. Так? Так. Давайте это выписывать. 1, 2, что там дальше? 4, 5, 5. Так, пока понятно? Да. Пока понятно. 1, 2, 5, 5. 1, 2, 5, 5, 5, тоже понятно. И, собственно, на 1, 2, по-моему, больше ничего не бывает. Ну да. Хорошо. 1, 3, 5, 5. Нет, 1, 3, 3, 5, 5. Было 4, 5, но мы это уже написали. 1, 3, 3, 5, 5. Дальше. 1, 3, 5, 5. 1, 3 и 3 пятерки. 2, 3, 4, 5, 5. 2, 3, 5, 5, 5. 2, 1 не бывает. У нас последовательность неубывающая. 2 и все пятерки. 3, 3, 3, 5, 5. 3, 3, 4, 5, 5. 3, 3, 5, 5, 5. 3, 4 и 3 пятерки. Недолго осталось. Тройка со всеми пятерками. 4, 4, 4, 5, 5. 4, 4, 5, 5, 5. 4 и 4 пятерки. И, наконец, все пятерки. Ребята, теперь начинается, что называется, самое интересное. Единица здесь получается 5. 5 свободных вариантов. Да. Надо помножить на... Потом ставим тройку. Тройку. Это 4 варианта. Это 4 варианта. Помножить на четверку, это уже 3 варианта. Молодец. 5 на 4 и на 3 умножить когда? Это будет 60. Хорошо. А еще такие варианты есть? Да. Давайте. Значит, 3 разных числа и 2 одинаковых. Здесь 60 вариантов. Почему это? Потому что 2 одинаковых и 3 разных. И здесь 60. Здесь. Нет, здесь непонятно. Здесь получается 20. Молодец. Здесь получается 20. Может, 20 вариантов. Единицу ставим на любое из 5 мест.
После этого двойку ставим на любое из пяти мест. Отлично, дальше. 20. Слушайте, а много на самом деле мы знаем, да? 2, 3, 4, 5, 5. 2, 3, 4, 5, да. Там 60. 20. Нет, 60. Что? 60. А, да, 60, мы забыли написать. Это же было как раз 3 раза. Это 60, да? Там вот, сверху у вас есть. 2 раза, 3 одинаковые. Это 20. Да. 2 раза. Где? Не понимаю. Так, вот, 2, 4 и 7 пятерки. Это 20 вариантов. Есть еще есть числа, у которых, как и здесь, есть 2 одинаковые, еще 2 одинаковые и 1 другая. Да, и вариантов тогда сколько? 30. 30. 1, 4, 4, 5. Да, 5. Да, это действительно 30. Потому что это 5 умножить на число сочетаний из 4. Вот, еще? 2, 4, 4. 5, 5. Отлично. 3, 4, 4, 5, 5. 3, 3, 4, 5, 5. Ну, хорошо. 2, 2, 3, 5, 5. Да. И, значит, 2, 2, 4, 5, 5. Да. И потом вот это еще. И вроде как все. 1, 3, 3. 3, 5, 5. Тоже 30 вариантов. Так, спасибо. Так, ну, господа, осталось чуть-чуть. Когда три цифры одинаковые и две другие тоже одинаковые, сколько вариантов? 12. 12? Почему? Две одинаковые и три другие одинаковые. Сколько вариантов? Называется это число сочетаний из 5 по 2. Сколько? Сколько? 40. Погодите. Здесь получается 40, потому что... Давайте вместо этих цифр напишем так, идемте сюда. А, Б, Б, Б. Сколько перестановок на этих пяти буквах? Почему вы думаете, что их будет 40? Я думаю, потому что мы можем уборы расшифровать. Если адрес назад, и так дальше. Обозначает в математике это вот как. Число сочетаний из 5 по 2. Ну, кстати, это то же самое, что число сочетаний из 5 по 2. Ну, выбирать 2 буквы или выбирать 3 буквы, это одно и то же. Так вот, это вовсе не 40. Вот, садитесь. Ответ неправильный. 10. Кто подумает? А еще лучше, кто просто выпишет их все. Да, что? 10. 10, молодец. Почему? Для большинства из вас, что сейчас происходит, поважнее, чем вся эта наша сегодняшняя задача. Потому что вот это очень часто приходится использовать при решении задач. То есть еще раз, сейчас он вам объяснит, как вычислять число сочетаний из 5 по 2. Давайте. Первую А мы можем поставить на одну из 5 мест. Да. Вот. И перемножаем, а вторую А мы можем поставить на остальные 4. Да. Но в таком случае... Это будет как один и тот же способ, поэтому делим на 2. Господа, будьте добры записать себе в тетрадь вот эту формулу. Формула, спасибо, все правильно. Вот она формула. Выбрать 2 предмета из N имеющихся можно вот таким количеством вариантов. Давайте я вам даже для 5 нарисую картинку. Представьте себе, что у нас есть 5 мест. Смотрите, что тогда можно выбрать. Либо так, либо так, либо так, либо так, либо так. Это называется 5 сторон. Либо так, 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 так. Это что? 5 диагоналей. 5 и 5. Сколько будет? 10. На всякий случай. Быстро-быстро в лексикографическом порядке запишу все варианты. Надеюсь, что вы успеете их тоже стараться записать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, на доске выписаны все 10 вариантов. Действительно 10. Число сочетаний из 5 по 2. Так, нужно теперь пройти и это записать. Здесь у нас 10. Если вы будете считать подряд, то наверняка вы где-нибудь ошибетесь. У меня предложение такое.
я сейчас напишу формулу следующим образом. Я сначала возьму какое-нибудь число и везде пройду, посмотрю, сколько раз оно написано. Ну вот, например, число 120 написано один раз. Пишу его. 120. Потом, сколько раз написано число 60? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 раз число 60. Сколько раз написано число 30? Раз, два, три, четыре. По-моему, 10 раз написано число 30. Так, ребят, если видите ошибку, обязательно сразу говорите. Число 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опять 10 раз почему-то. Так, хорошо. Что еще бывает? 5. Здесь еще есть? Десятка. Все, по-моему, 5 раз 10, да? 10, 5 раз. И 5 четверки. Да, пятерки. Пятерки вот здесь вот. Раз, 4 пятерка и 5 пятерок. Значит, будет 5 умножить на 5. И 1 единица, да. Так, господа, очень интересно, что у нас здесь будет. Значит, будет 120, 600, 300 и 200, это будет 500, 50, 25, это будет 75, это будет 76. Вот. И теперь смотрим. 120, 600 и 500. Это будет 1220. 1296. Фантастика. У меня 42 записи. Запросто могли где-то описку сделать. Мы пока еще вообще ничего не показали. Мы посчитали разные примеры, но не объяснили связь с числами каталана.